Увадская больница получила новое медицинское оборудование. Более 500 изделий поступило в учреждение в рамках благотворительной помощи от нефтяников. Это бактерицидные лампы, глюкометры, тонометры, экспресс-анализаторы. В общем, самое необходимое для оказания качественной медицинской помощи и организации работы участковой службы. За время пандемии оборудование использовали настолько часто, что оно стало непригодным. Также был сделан ремонт и оборудован отдельный вход в кабинет неотложной помощи. Когда пациент приходит на прием, можно в кабинете у терапевта или это кабинет неотложной помощи, можно измерить уровень сахара в крови, также рост, вес, измерить артериальное давление. Конечно, нам это очень большой для нас плюс, вот что в рамках этого пожертвования мы смогли дооснастить наши кабинеты, кабинеты участковых врачей-терапевтов, педиатров.